озеро большое, 3 километра 800 метров в диаметре. Чем хуже погода, ветер, дождь, снег, это для охотника хорошо. Хотя неприятно, но для охотника это хорошо. Так, передо мной сейчас сидит, наверное, штук 8 лысух. Если они меня сейчас подпустят, будет отлично. Озеро большое, 3 километра 800 метров в диаметре, до 3 метров глубина, заболоченные берега. В костюме тут нежелательно ходить, только на лодке плавать. С лодки лучше вообще не вылазит, потому что может затянуть, тут торф, может затянуть, никто вас больше никогда не найдет. Такая вот местность красивая. Я не знаю, как правильно, это канадский рис. Кто знает, как это точно называется. Все говорят, что это канадский рис. Итак, второй день охоты. Это же озеро. Дичи количеством не радует. Но наш улюм добыли. Вчера взяли с товарищем одного черка и красноголовика. Взяли одного. Сейчас перед нами лысухи. Сейчас попробую. Подпустят, не подпустят. Не подпустят. Я поставил цилиндр с напором. Сменный чоки у меня на марке 153. Ну, не буду вдаль стрелять. Я вчера стрелял. У меня были чоки другие. Я вчера пытался стрелять. Пытался добыть. Но сегодня не буду пытаться, потому что на ближайшее расстояние, на ближнее расстояние, вернее, поставил чок, цилиндр с напором 0,25. Так что вдаль не буду стрелять. Но я думаю, где-нибудь тут встать с чучалками, потому что утка где-то мотается тут. Как раз или в те камыши заплыть, чтобы обзор был хороший. Есть. Сегодня на озере 4 человека у нас на лодках. Я думаю, будет летать что-нибудь. Вот сейчас момент на выбор, где стать. Или в этом камыше стать, чучело денег тут раскидать. Утка примерно где-то тут мотается. Как раз встану в него. Я думаю, мне сзади и впереди будет видно. Все. Обзор будет хороший. Так, где-нибудь тут встану сейчас. Сейчас разбросаю чучела. Чалки американские. Выбросил и все. Наши плохие чучела. Приходится в этот шкиль добавлять груза, чтобы не переворачивать через на сильном ветре не переворачиваться. Рук простреленный. Так, ну и в принципе все. Сейчас сюда зайду. Не успел, блин, включить камеру. Налетел черочек. С первого взял его. Или нет, это северное, наверное. Это чернить
морская чернь, что ли? Или не, свесь, свесь. Вот такой вот. Да, свесь. Колец нету на нем. Ну, уже утрянка удалась. Поеду поплыву, лысух погоняю. Ну и вот, что-то слабо, слабо летает, утки нету. 5 часов утра, в 3 часа встали. Пока не заплыли. Лысуха бегает, не подпускает. Одного. Он сзади, два крикоша. Они, знаешь, закон подлости, блядь. Стоял на закуске, стоял. Ну да, да, да. Ну вот она, я там их поднял. 4 штуки. 2 отделилось и 2 села сюда. Метров 30 от закутки отплыл, они... Над моей закуткой тихо летят метров 20, блядь. Ёбаный рот, я уже так стрелял. Ну что, закон пост, еще 5 минут, подождать. Ну да. Одного бы точно заразил. Смотри, да какие сидели, блядь. Да, хорошо. Я на вся тут вся кряковая под этой стороной. Да, надо это. А вы вечером вчера что? Да, крикоша одного и этого. Свезя, кажется, тоже. Свезя. А вон еще сидят пара. Или лысухи, или кряковые. Слабо, нету, можно сказать, утки вообще.
Лосуха на крыло встала, летает. По ней стреляем. Крякова нету. Не знаю почему. Потому что выводки, может, весной перемерзли много. Обычно в августе утки много летают. Сейчас это вообще слабо. Еще такого никогда не было. Ну зато хоть лысуха есть. Так, пара идет в лоб. Не заметили, меня ушли стороной. Развернулись. Надо было, блин, паучок мне поставить. На такое расстояние уже не возьмешь. Тем более тройка. Дробь разбрасываю, сейчас у меня цилиндр стоит. Плоховатенько, плоховатенько. Три лосухи вдалеке сидит, метров, наверное, 80 точно до них, если не по болям. Ну, не, не дают подплыть, сразу уходят.